восхитительно. Отряд был с людьми, которыми можно пообщаться, договориться. Мы вместе стали суперотрядом. Было очень весело, а так как мы на гурмане, то мы еще все время вкусно кушали. Мы научились готовить много различных блюд, совершенно разные. Там десерты, основные блюда, закуски, много всего. Тут всегда очень весело, а еще мне очень нравится природа здесь, просто бомбезно. Ну, я вообще впервые в Робин-Гуде, так еще и я приехала чуть-чуть с опозданием. У нас был очень крутой отряд, все очень классные. Мы очень старались, у нас получилось стать суперотрядом. И даже мы на маяк съездили, это было очень-очень классно и очень красиво. Интересная программа, классные инструктора. Еще мне здесь понравились вечерние мероприятия, я пошла в вокальную сборную. В общем, очень здесь все круто. Запомнился отряд, запомнились ребята. Это была одна из самых лучших смен, на которой я только был. Научился я тоже многому чему, как минимум, как лепить из глины, как правильно рисовать и многому подобному. Это была очень веселая смена, очень крутое начало лета. Мне все очень сильно понравилось. Я благодарен лагерю Робин Гуд за то, что он предоставил такой спектр эмоций и так начало лето.